Всем выживальщики. Ну что, продолжаем наше выживание. Так, Слава, спасибо тебе за подсказки. Где у нас тут? Ля, что нашел? Фонарик. Да, спасибо за подсказки. Так, ребят, если я что-то спрашиваю, к примеру, интересуюсь на некоторые вопросы, это не значит, что типа кликбейт на СМ, эти как его, на комментарии, на СМС-ки, да. А просто мне интересно, и я что-то не понимаю. Но благодаря Славику мы с некоторыми моментами разобрались. Так, нашел, короче, я себе... Нашел я себе майка. Нашел я себе майка. Обыскал я себе, получается, вот если так посмотреть, объехал полностью все вот эти вот закоулочки, домики, дорожки. Короче, объездил, не знаю, часа три, наверное, катался, еле его нашел. И то, я думал, у меня будет мадмуазель какая-то такая, малышка красивая. Потому что, сами понимаете, я год нахожусь на острове. Один, вокруг только зомби и лягушки. И хотел себе приятную компанию. Ну ладно, в принципе, как говорится, и крепкая мужская дружба тоже не помешает. Ладно, идемте положим Майка. И пойдем сделаем ему антибиотики. У меня вроде должно все быть для этого. Так что давай, пока месяц отдыхай. На крайняк, если майка у нас будет ломаться, то у нас тут находятся три козочки. Три, правильно ж? Погоди, а где козы делись? Ребят, прикинь, козы, куры пропали. А из-за чего? Ага, козы, курочки пропали. Понятно, понятно. Ну, значит, Майк, ну прости, Майк, что поделаешь. Я думал, есть козочки, ну ладно. Раз козочек нету, значит и Майк нам подойдет. Так, давайте смотреть. Нам нужно будет сейчас с вами, во-первых, сделать стол химика. Для этого доска 10, стекло 2. Не знаю, есть ли у меня стекло. Стекло, да, есть. Да, я как раз ездил, лутался. Тут всяких разных ништячков набрал. Блин, я даже не знаю, куда мне горючку складывать. У меня ее так много, что даже не могу, куда ее и сложить. Чего вот такого выкинуть бы, я не знаю. Либо нам нужно поубирать у себя в инвентаре. Так, ладно, давайте сюда. Раз, два. Хорошо. Стекло ложим обратно. Где у нас стекло было, я уже не помню. По-моему, где-то здесь, да? Так, цибульку. Ладно, цибульку давайте сюда. Стеклышко сюда. Угу, ты нас уже не влазишь. Ты уже нас не влазишь. Это хорошо. Это хорошо, когда есть много всего, но плохо, когда ты не можешь это все сложить. И осталась одна канистра. Так, что у меня тут в этом нашем мотоцикле? Так, давай сюда. Блин, брал с собой доски. Я думал, что придется на тележке тащить нашего Майка, но получилось взять на руки и на мотоцикле проехать на нашем вездеходе. Так что это хорошо. Значит, мы что делаем? А что мы делаем? Один наш кабель. Погоди. Погоди, погоди. Кабель мы на место ложим. Давайте ложим мы на место. Вот сюда. И нужно будет наделать с вами, во-первых, стрел. Стрел нужно будет наделать усыпляющих. Найти курочек и заново запустить. Блин, наш хлев. А я даже не знаю, почему они исчезли. Может, из-за того, что еды было ноль, из-за того, что я не проследил. Вот это вот печалька. Вот это вот беда, печалька. Ладно, давайте выпьем. Да, и майку потом что-нибудь оставим. Так, идемте сюда. Доски, гвоздь 10 и свинец 3. Как раз у нас и гвозди есть, 10 штучек не приходилось. И свинец 3. Так, где наш свинец? Вот наш свинец. Нет, не то. Вот, да, медь, свинец, алюминий, медь,
Алюминий, сталь, кобальт, медь. А, вот свинец. Так, да, все. Ты уже начал переживать. Но вот по поводу свинца у меня реально проблем там тоже нету. Добывается нормально. Так, что нам нужно? Нам нужно взять, по-моему, грибы 5 штучек, если не ошибаюсь. Так, давайте посмотрим. По поводу антибиотиков. Антибиотиков. Где ты антибиотик? Вот ты, грибы 5, сало и сырая печень. Сырая печень, сало. Так, сырая печень. Испорченная еда. Блин, ладно, придется, значит, разобрать нашего барашка. Мне тут уже места нет туда, куда его слаживать. Это все. Тогда давайте так поступим. В принципе, нормально. Так, давай берем в руки топор. Разбираем барашка. Берем печеночку. Так, шкурку сюда. Шерсть. У нас даже шерсть появилась. Прикольно. Шерсть, значит, пока есть или нет. Давайте, наверное, шерсть мы сделаем вот так. Наверное, сюда положим. Да, кстати, раз, два. По поводу еще совета. Типа Shift зажимаешь, и можно только... Да, Shift зажимаешь, по-моему. Или как там, можно камушки было... По-моему, на Shift. Где Shift у меня? Или Shift? А, вот да, на Shift нажимаешь, и можно камушки ложить. Так же самое и с металлом. Шикарно, потому что я делал это все вручную, не поверите. Ну, давайте от этого уберем, заполним полностью. Ну, тогда упрощается игра. Реально упрощается, если ты делаешь это все так, а не вручную, туда-сюда его тыркаешь. Так, все, положили. Кость. Я не помню, есть ли у меня место под кость. По-моему, есть животный жир. А жир и сало. Тут типа одно и то же или нет? Или мне нужно будет кабанчика искать? Сейчас посмотрим. У меня вроде бы должно быть в ящичках что-то. Блин, ну реально с фонарем проще теперь бегать. Реально с фонариком теперь проще бегать. Так, давайте смотреть. Осколки, животный жир. А вот и сало. Вот как раз и сало. Хорошо. Так, оно же печень есть? Печень, да, есть. Так, давай заходим. Где тут? Вот ты. Это тоже упрощает. Шикарно. Шикарно. Ну, то есть мне не нужно искать и переносить. Просто нажал на книжечку и нажал на рецепт. И оно сразу приготавливается. Вообще отлично. Так, давайте делать антибиотик. И пошлите, наверное, не знаю, давайте, наверное, поспим. Поспим. И потом разбудим Майка. Так, все, хорошо. На Элочку мы выключаем. Майк. Кукусики. Так. Доброе утро. Ну шо? Вов за гаражи. Так, призвать Майка. Ё-моля. А ты куда побежал? А, ты нямать пошел, да? Ты нямать, наверное, пошел. А не, Машу нямать. Ладно, сейчас мы тебе дадим и молочка попить, и яички, и все дадим тебе. Все, не переживай. Идемте покормим нашего Майка. Потому что бедолага, бедный, я не знаю, сколько он не ел. Нужно его покормить. Иди сюда. На, нямай.
Не знаю по поводу водичка. Нужна ему водичка или не нужна? Или у него чисто голод? А? Нахлебник. Нужна ли тебе водичка? Так, попить. Есть ли мне попить? Ой, вкусно. Ля-ля-ля, как он это делает? Все? Наелся? Да, почти все съел. Умничка. А молоко кто будет допивать? Так, а ты куда побежал? А ну давай посмотрим. Давай посмотрим, куда он побежал. Ага, он даже будет дверки открывать. Понял. Давайте проследим за нашим Майком. Так. Угу. А если я ему в инвентарь положу эти, как его, инструменты, будет ли он ими пользоваться? Майк. Блин, надеюсь, сейчас его зомбаки не укусят. Давайте посмотрим. Давайте положим ему в инвентарь инструменты и сделаем ему еще один, наверное, ящик. На всякий пожарный. Так, дай-ка мне топорик. Положим ему пару инструментов. Топорик и кирочку. Не знаю, надо, не надо. Либо ему поставить оружейный слот для хранения его. Сейчас, короче, разберемся. Сделаем и то. Посмотрим. Так. Что-то топливо есть? Да, топливо есть. Идемте, пока мы здесь построим. Для хранения, получается. Для хранения тебя где-то... Давай. Так, не то. Где ты? Хранилище, хранилище, хранилище. Вот оружейная стойка. Давай тебе, Майк, тебя сюда поставим. Чпумс, тебе нужна доска 10 и гвозди. Это хорошо, это у нас есть. С этим проблем у нас нету. И давай, наверное... Ага, я не туда полез, не туда полез. Так. Так-та-та-та-тра-та-та. Вот так вот. Давай тебе еще один ящик сюда поставим. Так, стопэ, 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 стопэ. Блин, кривенько, конечно. Ну ладно. И тебе нужно тут доски. Хорошо, доски и 8 гвоздей, по-моему, да? Так, давайте посмотрим, есть ли у нас с вами гвозди. 6. Маловато будет, маловато. Давай сюда, значит, металл. Берем, изготовить. Здесь мы берем с вами кору сюда. Нам пока мест ткань не нужна. Если что, нафармим. Это не есть проблема. Так, что я хотел? Я хотел взять доски, да. Так. Сколько у меня? Ладно, давайте набираем. А там уже, если будет лишнее, то... То будет лишнее, правильно? Так. Давай сюда. Раз. И давай сюда. Ага, 3 штучки не хватает. Ладно. Ладно. Ля, а слышь, а как ты вручную это все делаешь? То есть я для тебя стараюсь, да? Оружие буду сейчас делать, а ты вручную это все тягаешь. Прикольно, прикольно. Вот это у нас... Ты у нас силач. Так, по поводу еды, что ему? Блин, нужно будет ему принести. Ладно, давайте попробуем ему сюда каменную кирку поставить и каменный топорик. Вот так. Ну и давайте копье ему поставим. Будет ли он ему пользоваться, либо это я чисто зря сделал. Майк, алло, а кто будет дверки закрывать? Я не хочу, чтобы на нас зомбаки налетели. Так, не, дай сюда. Лисичка, сестричка, давай ложись-ка ты на столик, пока мись отдыхай. Все, умничка. Чито я хотел, чито я хотел. Я хотел Майку еще еды наложить и... Наделать себе стрел. Наделать себе стрел. Так, давайте соберем бузики, арбузики. Собрать, собрать.
собрать. Что такое, жарко, да? Ну да, жарковастенько, нужно будет пойти. Немножечко снять одежды. Так, дай сюда. Бум, идемте немножко. Немножко разденемся. Так, где наша одежда? Вот наша одежда. Давай вот сюда. Каска плюс 2 к теплу. Штаны плюс 10 к теплу. Нет, нам не надо. Штаны минус 4 к теплу. Хорошо. Сапожки мы снимем. Можно ли так? Блин, а броня у нас плюс 4 к теплу. Ладно. Все, я могу себе оставить шапку со светом. Теперь я буду бегать типа шапкой со светом. Все, Майк, идем, я тебя покормлю. Так, на тебе бузик. На, забирай. Все. Умничка. Ну, деревья, камни вот он нам принес. Выполнять ремонт. Ухаживать за грядками. Давайте, наверное, попробуем. Попробуем назначить его. Ухаживать за грядками. И посмотрим, как это все работает. А потом займемся мы с вами стрелами. И плюс хочу сегодня сделать кухню себе. Приготовить немножко еды. Так, где наш? Где наш Майк? А, вот иди. Ля, ты камушки тягаешь, да, вручную? Та ты шо, ля, какой сильный. Все, на, я тебе помогу. А давайте посмотрим, как он за грядками ухаживает. Понаблюдаем. Ага, то есть ты собрал. Собрал и посадил, да? Правильно? Правильно. Собрал, посадил. И куда ты это все будешь девать? Но явно ж не у меня оно будет появляться, правильно? Наверное, оно будет появляться у него в ящиках. Тогда что мы делаем? Мы берем мясо. Мясо мы сюда вешаем. Это мясо мы забираем. И нужно будет наделать, наверное, ему еще ящичков 10-20. Я не помню, нужно ли для ящичков ему было... Нужно было для ящичков ему эти гвозди или нет, или там только бревна. Так, идемте посмотрим, принесет ли он еду в эти ящички. Прикинь, в натуре принес. Вот это вот сюда он принес. Тут это я ему положил. Шикарно, шикарно. Ну тогда давайте заполнять. Что я могу сказать? Давайте заполнять. Хотя, наверное, я уверен, что сегодня будет у нас финальная серия. В принципе, я думаю, мы с вами справились, мы с вами выжили, но... Но все равно давайте заполним, чтобы было много, правильно? Только нам придется теперь к Майку бегать постоянно. За едой. Но я думаю, ничего страшного, зато мы избавились с вами от огорода. И нам не нужно этим будет заниматься. Иногда, конечно, я смогу сам подойти там, собрать что-то и поменять. Ну, захочу новую какую-то культуру посадить. Там дыньку, либо еще что-нибудь, то сам подойду. А так, давайте сделаем вот так. Все, вроде только... Да, только доски нужны. Хорошо, это отлично. Только, честно, я не помню, какая у меня тут культура. У меня, по-моему, арбузик, дынька. Я хочу сюда еще посадить, наверное, эти огурки. Хочу огурки еще сюда посадить. Не отрывает ботвы. Ну, сами понимаете, да? Потому что летом жарко. Летом жарко, и чтобы наполниться силой земли. Так, давай сюда. Значит, для этого мне нужно будет, надо будет наделать гвозди еще. Десяточку. Здорово, Майк. Делать гвозди десяточку. И сделать себе вот кукурука. Дынька кукурука. Кукуруку мы как раз можем с вами использовать для этих, как его... Для наших животных, если, конечно, мы найдем их. Так, что тут еще нужно? Еще нужно 16 штучек.
Так, тут, наверное, будет маловастенько этого всего. А если место закончится, к примеру, в ящичках, он будет в себе их носить или как? Или куда он их денет? Так, 10. Угу. Так. Два гвоздика сюда. Давайте жир мы положим вот сюда. Чтобы нам как раз все влезло в нас. Сколько у нас? 15. Угу, 15. Раз, два. Вот, 16. Здорово. Как оно? Все, хорошо. Отлично, даже перебор сделал. Так. Ну, в принципе, отлично. Я думаю, можно ему даже немножко мяса положить кусочек. Давайте с ним поделимся. Мы ж не жадные, правильно? Все, Майк, кушай. Кушай на здоровье. Давайте дальше смотреть. Так, тут мы с вами включаем. Идемте наполним водички. Чистенькой водички наполним. Так, зайдем к Майку, наверное, с вами. Уберем ему это, как его ухаживать за грядками, пополнить стойки бревен, камней и выполнять ремонт. Все, пока мы с этим занимается, я увидел, что, как говорится, и как, так что пусть этим пока не занимается. Потом, если что... Так, Майк. Я все, конечно, понимаю, но дверки нужно закрывать. Так, мне нужен стол сделать. Это доска 10, гвозди 10. Тут нам гвозди нужны. Винт 25 слитков железных. Да ты издеваешься. Так, винты 10. Давайте по порядку. Давайте по порядку смотреть, есть ли у нас тут винты. Винты есть, есть. Хорошо. Гвоздики есть, есть. Отлично. Все, потихонечку сюда. Вот так вот делаем. Потом, что еще мне нужно? По-моему, ты слитки. Раз, два, три, четыре. Пять. Будем по 5 штучек. Не уверен, что меня хватит, конечно, этого всего. Все, доска, бревно, бревно. Раз, два. Раз, два. И доска мне нужна. 5 штучек, по-моему. Раз, два, три, четыре, пять. Блин, неужели он взял инструмент? Майк, неужели ты взял инструмент? А ну. Неужели ты пользуешься инструментом? Нет, он не пользуется инструментом. Может, ему в ящик нужно это положить? Может, он не понимает этого? Что, типа... Ну, ладно, не хочешь, не хочешь, так не хочешь. Я, в принципе, и не настаиваю. Ладно, пусть стоит тогда. Так, что я хотел? Я хотел тут закончить. Так, есть у нас стол для готовки. Хорошо. Здесь мне нужно дрова 8 и 20 слитков. Так, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Во. 8. Угу. 8 не получилось. 7. 8. Отлично. И 20 слитков. Блин, а мне, по-моему, мне слитков не хватит. Придется сейчас плавить. Придется плавить. Придется сейчас тут все поджигать и плавить. Ну ладно. В принципе, Майк мне сейчас так камни натаскает. И мы с вами быстро сейчас наплавим. Ну, параллельно. Плюс я хочу сделать еще пару себе стрел усыпляющих. Так. 18. 19, 21, 22, 23.
24, 25. Как раз во 25 штучек у нас и получится. О! Здорово. Майк, 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 домой, домой. Домой, домой, домой. Домой, давай. Она сейчас будут бабайки нападать. Блин, жалко, нельзя Майку, это как его, назначить, чтобы он строил, ну, все, что я хочу. К примеру, колье по периметру. Во-во-во, я тут. Здорово. Здорово. Ага. Ах ты, падла. Кусь сделал. Так, тихо, лечимся. Так, ага, у меня нету, да? Ладно, давайте так его забьем. У меня, в принципе, аптечек... В принципе, аптечек много, я могу себе позволить. Либо давайте, у меня и даже есть эти, как его, стрелы, можем стрелы использовать. Только я так и не понял, как арбалетом пользоваться, если честно. У меня есть арбалет. Я так и не понял, как им пользоваться. Так, бонжур. Бля. Да. До побачення. И сколько у вас там? Еще двое, да? А где наш Майк? Майк. Надеюсь, они Майку ничего не сделают. Здорово, Майк. Все хорошо, не переживай. Сейчас мы с ними... Ага, я промахнулся, да? Ага, у меня стрелы закончились. Окей, окей. Время. Время каменной. Ах ты, читер, ля. Майк, беги. Так, использовать, использовать, использовать. Просто беги, Майк, беги. Да. Сейчас я, падла, сделаю себе копье. Сейчас, погоди, я копье себе сделаю. И мы с тобой поговорим. Так, мне нужны палочки. Раз, два, три. Камушек один. И, по-моему, мне нужно 5 штучек этих, как его. Нет, не то. Сначала вот это вот. Майк, Майк, не открывай. Не отк... Майк, не открывай. Ах ты, Майк, падла. Предатель, предатель. Майк, предатель. Ладно, ладно, ладно. Разберемся. Я понял. Я понял, когда наступает зомбаки, лучше отменять все. Когда слышишь вот такой вот стрёмный звук, лучше... Ну что ты, как-то нормально? Камушки носишь, да? Понял, умничка, Майк, молодец. Так, каменная стрела. Угу. Майк красавчик, Майк лучше. Хэштег Майк лучше. Так, что я хотел? Ладно, давайте доделаем все-таки... Все-таки доделаем копье. Ого, ля, сколько. Сколько всего вкусного выпало. Доделаем с вами копье. Только сложим сначала вот сюда. Потом вот сюда. Ага, у нас уже места нет, да? Уже не влазит ничего. Так, ладно, давайте тогда косточку сюда. Эту жижу сюда. Но косточку просто выкинем. У нас косточек просто завались. Так. Изготовить. Дай сюда. Разделите. Ага, разделить напополам. По-моему, 5 штучек нам нужно. Да, все, отлично. Отлично, шикарно. Что я хотел? Я хотел закончить со слитками. Мне нужны слитки. Давай сюда, давай сюда. А вот это интересно, эти, как его, гвоздики и винтики, они выпали из этих, из зомбаков, либо это я их для чего-то брал. Так, отмена, погоди. Ну, 5-5, все правильно. Или я их для чего-то брал, вот это я уже не помню. Или это из зомбаков выпало? Да не, вроде зомбаков. Ну, ладно.
Пригодятся, правильно? Правильно. Давайте сложим. Тут, конечно, мне нужно было бы навести. Так, мы это выкинем, это выкинем. Это мне не надо. Мне тут бы порядок бы навести. Перо. Нет, перо я возьму. Перо я возьму, надо. Потом железный фрагмент мне надо, если не ошибаюсь, мне для стрелы. И, по-моему, грибочки. А грибочки у нас с вами находятся в этом, как его, в пещерке. Идемте посмотрим. Заодно пополним топливом наши экструкторы. Короче, машинки, которые добывают нам наши слитки. Так, ага, почему так? А по-моему, я уже добавлял, да? Ладно, ладно, добавим, значит, так. Так, мне нужны грибочки, мне нужны грибочки. Вот грибочки. Блин, что мне нравится конкретно в этой игре, в этой пещере, то, что, к примеру, когда ты собрал здесь вот руду, здесь разбомбил ее, здесь добыл, оббегаешь камень, и здесь где-то новое появляется. Ну, то есть не нужно там ждать 2 года, пока месть появится, зареспится еще. Так, а ну-ка, дай мне грибочков. Я хочу себе наделать по максимуму сейчас стрел усыпляющих. Найти хотя бы пару. Все, хорошо. Давай. А, у меня 6 штучек есть, да? Я не помню, сколько мне нужно грибов, сколько идет. По-моему, 3 штуки на одну стрелу. Ладно, давайте еще один найдем и пойдем. Главное сейчас найти курочку и найти козочку. И желательно... Ну все. И желательно 2. Так. А вот как раз и огурка. Так. Это отлично. Давайте мы съедим. Давайте мы съедим. Давайте вторую огурку тоже мы съедим. Тихо, слышали? Ко-ко-ко-ко-ко. Это где было? Так, идемте изготавливать стрелы. Только нам с колчана нужно обычную выкинуть. Пусть лежит. Так, что тут по поводу слитков? По поводу слитков у нас с вами все хорошо. Давайте, наверное, пока мы добавим тебя сюда еще. И добавим... Потому что мне нужны эти, как его будут... фрагменты металлические для этой штуки, для, ну, вы поняли, для стрелы. Так, дай сюда. Все хорошо, тебя дрова нужно будет добавить. Только, блин, жалко, что он и дрова не добавляет, что приходится самому это все делать. Я понимаешь. О! Козочка, все, тихо, козочка, сейчас, козочка, погоди. Все, до печки мы доберемся, нам для печки нужно будет еще, по-моему, сковородочки. Так, где у нас стрела делается? Где у нас усыпляющая с транквилизатором? Вот она. Так, раз, давайте еще раз. 2. Стрела с транквилизатором. 3. По максимуму сделаем. Ага, не хватает предметов. Ладно, пока есть 3 штуки, я думаю, нам должно быть за по глазам. Все, берем в руки с вами наш арбалет. Так, где козочка? Где козочка? Не-не, ты явно не козочка. Блин, эти звуки непонятные. Вроде оно и рядом должно быть. Так, ну это барашек. Или это барашек был, или это не козочка была. Так, ну олень точно не нужен мне. И барашек тоже. Барашка нельзя усыпить. А, ну да, это понял. Я думал, это... Это наша козюля, так. Ну, ладно, ладно. Ну, зато у нас с вами уже есть стрелы. Так, давайте тогда мы
Как с вами поступим? Сейчас пойдем сделаем пару слитков. Снямаем тыковку. Давайте занямаем тыковку. Занямать. Хорошо. Посмотрим, сковородка нужна, что правильно я понимаю. Нужна. А где она делается? По-моему, на наковальне, да? По-моему, на наковальне сковородка делается. Или нет? Или да? Или кто? Так, давайте смотреть. Огурец. Можно добыть... Нет, огурец, это понятно. Вот, луковый суп. Можно приготовить в котле на печи. Ага, хорошо. Му. Как делает коровка? Му. Вот, сковородка и котелок. Хорошо. Железный слиток 3. Можно изготовить на верстаке. Хорошо, можно использовать на верстаке. Железный слиток 2. Это то есть 6 и 4. 10 штучек. Мне нужно 10 слитков, чтобы сделать, как раз заполнить. 10 слитков, 10 слитков. Хорошо. Хорошо. О, тихо. Слышали? Ко-ко-ко-ко-ко-ко. А где ты, ко-ко-ко? Вот эти вот звуки непонятные. Какой? Ага, вот ты где, да? Падла. Стой, 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 стой. Попал? Нет, по-моему, не попал. Все, 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 все. Тихо, 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 тихо. Все, попал, хорошо. Сейчас она заснет. Да. Только сейчас бы еще не потерять бы ее. Алло. Алло, кура. Кура, ты где? Ну, она же заснула. Да ты издеваешься. Да ты издеваешься. Блин, я две стрелы потратил. Сколько у меня осталось? У меня одна стрела осталась. Но она же должна быть где-то здесь. Куда она побежала? Куда она... Падла побежала. Так. Ладно, ладно. С этой нужно быть аккуратно. Осторожно, чтобы она остановилась. Она остановилась. Все. Тихо. Цыпа, 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 цыпа. Цыпа, цыпа, цыпа. Гребаный Бэмби, ты можешь не бегать, пожалуйста? Ну, остановись. Ну, все. Все, цыпа, все. Есть, попал. Все, цыпа, 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 цыпа. Так, ну... Ага, мне места не хватает, да? Так, палочка, до побачення. Одну цыпу мы подняли, а где еще одна цыпа? Ну, она же где-то тут должна быть. Ну... Мне не впадло, конечно, сделать еще стрелу и поймать, но... Ну, как бы, да. О, дынька. Ты чего, замерз ли шо? А что такое? Что случилось? Ничего, сейчас побегаешь, согреешься. Мы тут где-то куру потеряли. Я уже потерялся, где я? Так, ладно, давайте еще раз. Тут я в нее стрельнул. И она должна была где-то здесь быть. Падла. Да хоть ты не ее. Все, согрелся. Цыпа, 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 цыпа. Ой, падла, просто мне нужно две курочки, по-моему, чтобы у меня появились больше курочек. О, успокойся, начинай что-то вот. Ладно, давай
собрать. О, здорово. Здорово. О, Бэмби, здорово, Бэмби. А, не, стоять, стоять, стоять. Понятно, реакция шоу-боксера. Так, ладно, давай-ка... Давай-ка мы сюда тебе дадим понямать. Давай, на, нямай. Ага, ты, нет, ты не хочешь, да? Окей, давайте я кукуруку дадим. У нас, по-моему, кукурука тут была. Так, дай сюда. Все, отстань. Ты вместо того, чтобы тут бегать... Где ты? Алло. Падла. Лучше помог бы мне куру поймать. Нужно будет сейчас еще наделать этого всего. Так, нет. Нам нужно накормить. Я только не могу понять, почему мои пропали. Они, наверное, пропали из-за того, что у меня еда закончилась здесь. Правильно я понимаю? Так, ладно, давай вместе с тобой понямаю. Так, давай, на, по полной, по полной, по полной. Давайте тогда, сейчас мы слитки, мне нужно сколько было делать слитков, я не помню уже. По-моему, много слитков мне надо было делать. Давайте, слитки, 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 слитки. Так, давайте пока вместе пособираем эти слитки. Так, левый shift и правой кнопкой мыши. Во, все, мало ли кто-то не знал. Я сам не знал, да, крица до вчерашнего дня. Так, использовать. Хорошо, давайте мы тебя сложим вот сюда. Семена кукуруки вот сюда. Ага, у меня уже места нету, хорошо. Блин, у меня столько семян. Садить не пересадить. А это семена огурцов. Давайте, наверное, вместо бузика вот сюда посадим себе огурчиков немножко. Все, хорошо. Ну, надеюсь, курочки хватит пока мисс еды, пока мисс мы там... Слышь, Бэмби! Ах ты, падла! Ах ты, падла, иди-ка ты сюда. Все, будешь знать, как заходить на чужую территорию. Так, давайте Бэмби мы положим в спадки. Он пока мисс нам не нужен, у нас с вами пока мисс еда есть. А мы займемся слитками. Ну, по-моему, мы с одного слитка с вами сможем сделать... Мы с одного слитка не сможем сделать, потому что мы с вами не плавим слитки. Почему мы тут не плавим? Потому что мы здесь с вами не подпалили костер. Хорошо. Конечно, ничего хорошего. Ладно, идемте. Соберем еще грибочков. Соберем грибочков. На всякий пожарный. Может, мало ли, может, еще услышим. Куру где-то рядом возле нашего дома. Чтобы мы были, как говорится, во все оружие. Так, и нужно будет сделать сковородку, сделать покушать. И в принципе, я думаю, на этом можно будет и заканчивать. Я, конечно, посмотрю, что еще там можно будет построить. И нужно ли это все строить. И там уже посмотрим. Так, что у нас по поводу грибочков? 9 штучек. Ну, должно хватить. На пару стрел должно хватить. Так, идемте, идемте, идемте. Так, дай сюда, дай сюда. Хорошо, отлично. Это мы тоже забираем. Все, давай пока мы, наверное, сделаем сковородочку. Пока мы сделаем одну сковородочку, наверное. А из тебя мы сделаем себе стрелы. Стрелы, стрелы, стрелы. Все, отлично.
что нам нужно? Нам нужны палочки и нужны перышки. А нас этого добра хватает. Все, давай смотреть. С транквилизаторами нельзя изготовить этот предмет. Почему? Почему? Потому что, наверное, у меня места нету, да? Угадал? Хорошо, хорошо. Раз, два, три. Раз, два. Давайте посмотрим. А, я не на тот стол подошел. Понял, понял. Все, 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 все. Не кричи. Не кричи в монитор, я все равно не слышу. Ну, спасибо за подсказку. Да. Так, стрела с транквилизатором. Бомбс. Жалко, что тут нельзя типа количество сделать 20 тысяч штучек. Так, стрела с транквилизатором. Не захватает предметов. Интересно, каких? Палочек, наверное. А палочки у нас с вами есть. Чего-чего? Но палочек у нас хватает. А, нету предметов. Грибочки, да? Да, у нас нету грибочков. Сколько у нас штук? 3 штучки. Ну не, надо еще, наверное, пару штук сделать. Я думаю, нужно еще пару штук сделать. Мне интересно, а Майк там спит или нет? Пока мы тут по ночам бегаем, трудимся, Майк, походу, спит у нас, падла. Ага, это скорпион. Тихо, тихо, тихо. Вот, собрать. По-моему, 3 гриба идет на... Все, 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 все. По-моему, 3 гриба идет на одну стрелу. Если мне не изменяет моя память. Так, 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 так. Давай тебя возьмем еще. Все, идемте. Ну ладно, уговорил. Давай тебя тоже возьмем. О, все, идем. Да что ж такое? Так, идемте посмотрим. Спит ли наш челик, либо не спит. Так, не туда. Призвать Майка? Не-не-не, я знаю, чем это все заканчивается. Я Куно смотрел. Крица, я смотрел Куно, я знаю, чем это все заканчивается. Так что нет, спасибо. Я лучше поищу себе какую-то мадаму. Не хватает предметов. Ну и... Неважно. Все, должно нам этого всего хватить. Так, давай-ка мы тебя вот так вот быстро сейчас чпуньск, буньск, чпуньск, с арбузика косточку мы выкинем. Нам уже не надо. Животный жир нам тоже, в принципе, не надо. Перышки мы сложим, аптечки мы оставим. И давайте посмотрим. Так, ага, мы не туда зашли, сейчас я удобнее сяду. Вот, нам нужна сковородочка. Так, а где ты была? Где ты была? Где ты была? Вот ты, где ты была? Изготовить. И, по-моему, 4 штучки нужно для этого. Для кастрюлечки, да? Давайте еще сделаем 2 штучки. Давайте сделаем 2 штучки. И попробуем что-то приготовить. Только я не уверен, что у меня хватит. Что у меня хватит ингредиентов для хоть для какой-то еды. Так. Чбуникс. Та ты шоля. Так, давайте мы с вами попьем. Ой, вкусно. Ага, водокачка требуется, понял. Включим водокачку. Все, хотя бы хоть чуть-чуть. Нам же надо будет помыть посуду, да? Правильно же? Так, теперь давайте смотреть, что мы можем туда готовить.
Еда. Так, что мы можем приготовить? Мясное рагу. Здоровье 0. Здоровье 0. А дед мне восстановить здоровье, чтобы покушать, у меня было 100%. Выносливость, выносливость. Сушеная форелька. Здоровье минус 5. Это что такое смесь рагу? Смесь для рагу. Минус 5 здоровья. Молоко. Жажды 15. Так, фруктовый салат. Жажда 35. Углеводы 50. Давайте посмотрим. Пустая банка. Так, кусочек арбуза и половинка дыньки. Ага, баночки у нас есть. Мне теперь нужен арбузик и дынька. Так, падла, ты не скушал ли? Ля, пропало, все пропало, шеф, все пропало. Ага, понял. Ты молоко и не пьешь, да? Я так понимаю. Ладно, ладно, давай заберем. Пропало, так пропало. Интересно, а он нямает отсюда, если ему... Что у тебя по поводу голода? 98. Что-то хотел узнать, он нямает то, что он там насобирал, либо не нямает. Так, арбузик есть, и мне нужна дынька. Где у нас тут дынька была? Где дынька? Вот, собрать дыньку, посадить дыньку. Бум. Идемте, берем баночку. Где наша баночка? Вот наша баночка. Так, разделить. Хорошо. По-моему, мне нужно будет сейчас разделить дыньку, да, напополам. Правильно понимаю? Так, собрать. О, шикарно. Давайте готовить салатик. Вкусный, вкусный салатик готовить. Чпуньксь. Поехали. Есть. Отлично. Что у нас с этого получается? Фруктовый салат. Скушать. Ну, неплохо, неплохо. Только я хотел восстановить себе здоровье. Почему я не могу себе восстановить здоровье этой едой? Так, давайте смотреть. Здоровье 0. Выносливость 0. Здоровье 0. 0-0. То есть везде у нас по нулям здоровья, да, характеристики? Или я что-то не понимаю. Жажда минус 8. Либо у меня книжка бракованная. А здоровье минус 10. Прикольно, да. Ладно, а если мы с вами приготовим пирог с беконом? Нет, картофельный пирог. С этим, как его, не в сковородке приготовить, а в этой штуке. Как ее? В котелке. В чем разница? В чем разница? В чем разница? Так. Можно приготовить на костре или в печи. Так, мясной рагу. Что нам нужно? Что нам нужно? Смесь рагу, да? Смесь для пирога. С бекона, смесь для картофельного пирога. Можно изготовить на столе для готовки. Яйцо, кусочек тыквы. У нас яйцо нету. Так. Смесь. Что нам нужно? Сырое мясо. Один сырая печень. Овощная смесь. Один, где наша овощная смесь? Вот овощная смесь. Ага, у нас картошки нету. К сожалению, у нас нету с вами картохи, и семена картохи я не нашел. Ну и ладно, ну и ладно. Ну и ладно, нет так нет. Так, давайте мы заберем тогда с вами вот так вот сделаем. Доплавим, раз мы уже начали, правильно ж? Не пропад... Нет, отмена. Не пропадать же добру. Так, мы это доплавим. Сказал, доплавим. Все, отлично. Баночку мы положим с вами на место.
Я так понимаю, эта баночка многоразовая, да? Ее можно сколько угодно использовать. Но все равно у меня здоровье до 100% не восстанавливает. Ну ладно, неважно. Значит, может, что-то я невнимательно прочитал. Это такое бывает. Так, давай доделай. И давайте посмотрим, что мы еще можем тут с вами делать. По поводу верстаков. У нас все с вами есть. И ткацкий станок я сделал. Вот он у меня здесь находится. Вот он у меня стоит, ткацкий станок. И оружейная, и вешалка мы тут с вами сделали. И печечка есть, и стол есть. Химика, рукомойник. Тоже. Так, давайте дальше смотреть. Хранилище. По хранилищу тоже все есть, кроме стойки для ящиков. Но это, думаю, такое. И кроме мусорного контейнера, ну, 20 слитков железных, вы, кажется, меня извините. Электричество. Все есть. Еда, кроме холодильника. Ну, холодильник мне пока не нужен. Кроме холодильника и кроме... Не, кроме холодильника у меня все есть. Мебель. Ну, мебель это уже чисто вкусовщина. Не, думаю. Так, доска, гвоздь. Шерсть. А, понятно. Зачем мне шерсть была? Зачем мне барашки? Доска, гвоздь, диван. Шкура животного. Есть ли у меня 8 штук шкуры животного? Интересно. О, 8 штук есть шкуры животного. Может, диван сделаем? Может, напоследок диван сделаем, как вы думаете? Шиковать так шиковать, да? Давайте для нашего этого его Майка сделаем диван. Приятно ему. Бедолага бегает, работает. Что мы не можем ему диван построить тут, сделать. Так, где тут мебель? Вот, диван. Во, тут как раз ему будет уютно и комфортно. Так, давай-ка ты сюда, да? Да, все отлично. Сейчас я закончу с этим. Со слитками, дай сюда. Дай сюда мне сковородочку. Вот, котелок. Давай мне котелок. Все. Отлично. Давайте котелок поставим мы с вами. Где ты? Котелок. А чё я котелок не могу? В чем прикол? Походу для котелка нужно будет сначала набить его, а потом в печку засовывать. Правильно я понимаю или как? Ладно, ладно, допустим, 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 что я прав. Если не прав, как говорится, вы можете написать. Так, что я хотел? Я хотел взять себе шкуру животного. С этим у нас проблем нету. Так, Майка, ты мне не поможешь? Потому что я сейчас буду очень медленно идти. У меня вопрос еще один есть. Кто в курсе, кроме Майка, можно ли себе найти, ну, человек 5-6 вот таких вот работяг, чтобы они рядом бегали? Или не, или это чисто один помощник? Или разработчики, типа, дали одного NPC-шника? Ну, было прикольно, если, к примеру, там... Я бы нашел бы, о, нашел бы Майку, к примеру, там, не знаю, какую-то Марию. У них была маленькая, тут маленький ребенок. Ну, и мы бы развивали, к примеру, деревню. Ну, то есть вы поняли, да? Было прикольно. Так, гвоздь 10, доска 8. 8, 10. Так, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Отлично. И как раз у меня один слиток. Под гвоздики. Бумс. Все, шикарно. Это ему вместо зарплаты. Во. Бум. Ля. Ну шо? Нравится? Иди сюда. Иди сюда. Призвать Майка. Да стой, да иди сюда. Да, ля, да посмотри какой. Май, ну и все. Так, ладно. Давайте дадим ему понямать. Дадим ему понямать. Не знаю даже, что ему дать понямать. Наверное, дать ему мясо понямать. Мясо тут дольше хранится, вяленое.
И, в принципе, будем заканчивать. Так, на. Держи, покушай, покушай. Вот. Иди сюда. На. И, не знаю, на и бузик скушай. Все, ни в чем себе не отказываю. Молоко я выпью. Ой, вкусно, да. Это я съел. Так, ну что, будешь кушать? Нет, не будешь. Ты просто бегаешь. Ты просто бегаешь. Ладно. Кукуруку мы тоже заберем. Так, курочку мы с вами тоже должны покормить будем, да? А кукуруку я не забрал? Ах ты, падла, Майк украл, да? Смотри мне, смотри, выселю. Чё за бред? О, дай сюда. А то выселю. Так, давай сюда. Все. Чпоникс, отлично. Что еще осталось? В принципе, холодильник построить. Ну, я думаю, это будет вам интересно. Мебель тоже такое. Это с ней даже взаимодействовать нельзя. Домик для нипов я построил. И другое. То есть масло мы добываем. Точильник. Точильник. Точильщик. Точильник, точильщик, точильщик для топора, я так понимаю, для заточки стальных и железных инструментов. Ну, думаю, неинтересно. Так, давайте в дом зайдем, чтобы не мокнуть. Так, крыса, давайте зайдем в дом, чтобы не мокнуть. Что тут? Точильник, понятненько. Экстрактор минералов у меня есть. Глиняная тоже у меня есть. Мешалка. Не знаю, зачем мешалка мне, может, для кирпичей. Каменная дробилка, угольная печь. Хлев я построил. Гараж не построил. Теплица есть, водонакачка есть. Ну, в принципе, я все для выживания построил. Как вы видите, запасы есть. Работник есть. Кушать есть. Пить есть. Производство, как говорится, есть. Даже лисичка отдыхает, вот. Да. Так что все. Да, я думаю, в принципе, это будет финальная серия этой игры. Я не вижу смысла дальше. Дальше что-то строить. Это будет так вот чисто. Чисто ни о чем. Как по мне, это будет чисто ни о чем. Просто фармить ресурсы и делать больше, к примеру, там электричество, либо расширять еще теплицу, но куда мне еще больше, если мне запах глаза. Так что, в принципе, как говорится, игрушка мне понравилась, классненькая, но она не для записи. Если не ты в нее играешь просто чисто для себя, то да, ее в нее можно играть месяцами. Ну, то есть день ты пофармил, день ты там еще что-то, а как я делал? Я серию записал и давай на 2 дня там фармить эти ресурсы, добывать дерево, добывать туда, туда, сюда. И она быстро приедается. Ну, как по мне. Так что не спешите, если будете в нее играть. Так что все, всем пока-пока, да потом, и увидимся, как говорится, уже в других играх. Все, всем мур-мур.